Мне такое чувство, вот у меня сзади стреляли. С Тетрисов? Нет, как будто с вашей стороны стреляли. Нет, у меня не было выстрела. Я на КППшке. На пристрой, смотрите, с чего. Оп, по мне. Прилетает, да, что там? Да. Обхожу тогда через больницу. Попал. Подошел ты открытый. Как он тебя видит? Шар и все остальное. Он не смел полброни за выстрел и почти убил меня. Грудную клетку. Бронебойчики, болтовка. Шар никого. Может быть, камни. Сейчас посмотрю. Плохо видно. Они пушат. Тебя? Да. С какой стороны? От лапки. От бумеранга? Двое. Вижу. Минус один. Какой из? Тельняшки, не знаю. Слева от тебя был который. Ты там за КПП, нет, да? Нет. За железным листом, нет? Железный убивай, лист. Убивай. Заходит КПП, минус. Хорош. Он раненый был, я его просудил сильно. Никнейм, Аня, помнишь? Решаха. Да как-то прочекать их. Сейчас и камни еще посмотрю на всякий случай. А, я тут не хер посмотрю, да? Да, я тут не посмотрю. В Тетрисах бегает все еще чел. А, у меня бегает в больнице чел. Убил. Может, это была крыша больницы, поэтому мы не слышали, кстати. Нет, здесь голый с Мосинкой. Если бы это была крыша больницы, я бы слышала откуда. Там было прямо за дверью. Так, это сокер какой-то. Чисто под, как бы бежишь, хватаешь жетон и нахер. Понял. Я же не хватал, я просто именно посмотрел. Значит камни, короче. Да. Пошел обходить тогда на шар. Пошли вдвоем. Я прям по кругу пойду. Кто-то в коне бегает, блин, белом. Я буду справа заходить через КППшку правую. Я пробую через жопу обойти. Да, скорее всего, где-то секретка, Мэтт. Да? Там где-то, в том районе. Либо дефолтный камень тоже может быть. Дефолтный камень никого. Секретка, скорее всего. Нет, да, секретка сидит, чел, вижу. С этим, с лобаевкой. Сколько тут метров, блин? 100 с копейкой, наверное. Минус. Хорош. Чекаю камни, пошел. Может быть, не один сидел. Кто это? Убил. На выходе одного. Мы убили четверо уже с этой банды, если есть пятый. Все. Ты глушак? Ага. Да. И там плова, он все 61 патрон, как губка впитал, еще и лодал добавил. Подбегаю к секретке. Ты где? На выходе практически. Так, Black Hunt T. Это вообще не тот челик. Надо секретку прям чекать. Я у секретки. Угу. Эпоху забирали? Да, я забрался. Надо того посмотреть, который я убил. Вот он. Давай посмотрим, да. Вот Лобаев. Лобаевка тут? Во, значит, а он... вот он и решил. Вот он. Ты его не... Решил, да. А, решила или шаха. Вот они. Лобаевка твоя, будешь забрать? Да, заберу. Да. А он тебя в грудак ваншотнул? Там голову, он пристрелил. У кнопки. Да. Кнопки внутри. Подождешь, я подпушу килограмм туда? Я уже сам иду лицом чекать. Потапка ушла ему. Двое. Минус. А что здесь сидели? Можно? Отдыхали, чтобы кнопку прожать, в смысле. Точнее, может. Херня. Пойдем. Оба фигня, ничего нет. Да, ерунда. Что с тобой делать, Аня? КПП есть, чел. Внутри. Так, господи, что за дверь? Открывайся. Над ним взорвалась? Да. Типа, стой. На первом этаже ты? Я. Ты? Он меня убил. Он тебя убил? Ты? Да. Блядь, я тоже был на первом, просто я был в другом месте. А, он тут сидел, в этой комнате, что ли? Блядь. Понял, да. Челоботик? Кто это такой был? Да, челобот. Сука. Ах ты, сука, такая. Убил еще одного, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 ЧВК и где-то 3 челобота. Хороший рейд получается. Ну хз, это чисто мысли вслух, короче, ребят. Просто было бы прикольно, на самом деле. В смысле, блядь? Двое. Хороший респ. Я даже таблетки не успел захавать. Меня типа догрузило, что ли? А высадка была, когда я высаживался? Что-то я не обратил внимания. БП-хи. И вот опять же, какой этаж, хрен его знает. Как бы просто топот по дереву. А то дерево на всех этажах. Ага, походу на втором, справа от нас. Ты тут нормально? Ты тут всю карту поубивал, что ли? Да, двоих челиков он тут положил. Молодец, чел. Хорош. Двое. На ребятишки. Я вместо F нажал G, чтобы понимали. Блин, желька нулевая прямо. Друг у тебя. Блин, и друг у тебя тоже вкусный, ёп, моё, блин. Что мне с вами делать? Ладно, сюда. Лазеры выкинем. Сюда, сюда. РПКшечка, вот. Хорошая РПКшечка просто лежит. Жалко оставлять. Fuck, you're good. Good one. Not bad. Now that's more like it. Одного грудак только убил. Которого, получается? А, это который пистолетчик, да, на меня выскочил. Этим всем в голову залетело. Не, ну вроде нормально. Опа. Засада, видели? Хорошо. Интересно, он еще там? Да ладно, неужели убежал? А, вон он. Кстати, я чуть не уверен, что это он. По-моему, там каска была другая. Молодого человека. Ладно, может быть, это он. Ну что, он один? Так. Не один. А кто-то еще вот там у нас есть. Он что, на выход побежал, типа? Ну хз, не, это не тот тип. Это какой-то другой чувачок. И этот чел, он лутал меченку. Не знаю, короче, ребят. Ну это вообще стример, как бы. Чё сидят? Не понимаю. Еще один вальчик. А, вот, вот, они залутали своего братана, понятно. Ну и где-то, значит, его раскидали. Wonder what's around here. Вот он! Прости. Бать, с чего я по нему выстрелил, блядь? Смартирос какой-то, бля. Ты как, дружище? Блядь. Это реально нос торчит, а не усы через маску. С тепловизором. Понятно. Два типа. Минус 2. Забэхай.